Набрали за минуту. В Сургуте подводят итоги приемной кампании в первые классы. Вчера родители по всей России подавали заявления в школы. Прием в самые востребованные учебные заведения в крупнейшем югорском муниципалитете завершился едва ли за минуту. Речь идет о лицее номер 1 и школе номер 9. Эти образовательные организации каждый год находятся в топе рейтинга сургутских родителей. Лицей при этом формирует в этом году только 3 первых класса, а школа номер 9 – 7. Причиной такого ажиотажа в департаменте образования называют нехватку мест в этих районах. Детям микрорайона Аура, которые не попадут в 9-ю школу, организуют автобус до 3 других образовательных организаций. Всего же в Сургуте в эту приемную кампанию подали почти 9000 заявлений. Некоторые родители формировали сразу несколько в разные школы. Беспокоиться, впрочем, учителя пока не рекомендуют. Успеть зачислить ребенка в школу можно вплоть до 30 июня. Конечно, и не все смогли вчера, и есть разные ситуации. И могут быть разные ситуации, потому что это движимый процесс. И даже вот та ситуация, когда родители подают в несколько учреждений заявления, они же понятно, что будут определять ребенка в одно конкретное, и будут высвобождаться постепенно места там, где они его сейчас на сегодня занимают.